Отже, радий представити нашого колегу, представника творчого цеху телебачення, автор проєкту «Рай на землі» Віктор Завізіон. Сьогодні на гостях. Доброго ранку вам. Добрий день. Ти знаєш, Віктор, все почалось тоді, коли я був в такому возрасті, як і ти. Я прийшов на телевидение, тоді були тільки прямі ефіри. Востребованность на телевидении была огромнейшая. Приходили случайные разные люди. Ну, хотелось что-то делать, как и тебе сейчас. Хочется и вот. Твоим партнерам. Самое главное, что огонек у вас не да. погас, скажем так, делать что-то и что-то творить. Так вот, послушай, да. что я сделал. Значит, я вычитал в «Огоньке» классный рассказ, такой, знаешь, такой радикальный на то советское время. Взял его, так сказать, написал из него небольшую пьесу. Да, пригласил профессиональных актеров из Гомельского театра и поставил спектакль. Но когда они пришли, все же там заслуженные, народные, я сказал, я тупой и вообще там, я не знаю, неграмотный, да, помогите мне поставить спектакль. И они мне поставили. Мой шеф, главный режиссер, сказал, что я справился на 3 с плюсом. Это уже хорошо. И вот после этого мы много ставили телевизионных спектаклей, и когда в это время говорили, что телевидение – это искусство или не искусство, дискуссии такие были, то мы понимали, что если мы ставим телевизионный спектакль, то это точно искусство. Потом все это пропало. Потом все это пропало, и вот случилось год назад. Я уже, так сказать, в качестве ведущей пригласил Виктора Смирнова, который в Воскресенске возглавляет, организовал детский театр чтецов. «Дарунок неба». «Дарунок неба». И он мне настолько понравился своей манерой работать с детьми. Ну, два варианта есть в аматорских театрах. Один, когда детей натаскивают и вбивают то, что, как надо произносить. Дети это произносят очень точно, выразительно. И потом получают какие-то премии и так далее. И вот наш с ним, с Виктором, вариант, когда он психологически подготавливает детей для того, чтобы они произнесли это все не в рифму, а прозой, то есть рассуждением. Так, как и чувствует уже как внутри. Как чувствует человек, если внутри что-то такое есть, а у детей же всегда что-то внутри есть. Он выражает это поэтому интересно. Искренность эмоций есть и в этом спектакле, я так понимаю, который снимали вот несколько месяцев назад. Несколько месяцев назад случилась такая штука, что он... Там родители все время по фестивалям ездили с детьми. А потом подошли к нему и сказали: «Виктор, а давайте что-то и с нами поставьте. Мы впустую ездим?» И у него была эта пьеса «Котляр», украинка, которая живет сейчас, писательница, которая живет в Литве. Он поставил социальную такую там пьесу про бомжей. Вот такая очень, не знаю какая. Весьма тяжелая тема, и, но... Да, и эти женщины так завелись, и не имея ни опыта, ни актерского, ничего, они вот так вот от души, потому что они меня пригласили, мы пошли здесь на проспект Ленина, собрали бомжей, какая-то церковь принесла им поесть, они ели, а эти... Актеры с этого театра, эти женщины... Просто наблюдали, да? Они только наблюдали. Они принесли не старые, а уже вещи, которые не в употреблении, потому что там не только бомжи были, которые без жилья. А там приходят уже люди просто, которые обездолены от того, что у них денег нет. Им хочется есть, они не могут купить для своих детей все эти штуки. Мы окунулись вместе во все это дело... Он поставил спектакль, они его сыграли в Краматорске, по-моему, первый раз. Нет, прошу прощения, здесь, в Театре кукол, мы сыграли. Слезы были, там бомон собрался, слезы были. И вот от того, что они так играют, я захотел адаптировать этот театральный спектакль, хоть и аматорский, но в телевизионный вариант. Я предлагаю прямо сейчас посмотреть небольшой отрывочек с этого спектакля, а после продолжим разговор, как же это получалось и как же был этот процесс съемок. Давайте. Насобираю, чтоб поесть, чтоб погреться. А наркоманы идут, обшарят всю, деньги отымут. Меня так
за день 3 раза обыскивали. Ну, с едой-то еще ничего уж. В контейнерах мусорных всегда есть что поесть. А вот с выпивкой плохо. Без выпивки никак нельзя. Зимой особенно. У меня ноги гноятся, ботинок нет, раны не заживающие. Я целлофаном закручу, тряпками завяжу и хожу. А боль такая, что на стену бы полезла. Гной течет, раны открытые. Я однажды пачку анальина на собранный купила-то, выпила, а боли не проходит. Вдруг лежу возле контейнера мусорного. Канистра маленькая, литровая стоит. Я ее открываю, а там спирт. Я как глотнула, потом еще 2 раза присасывалась. Боль отступила, остатки на ноги вылила. И ничего, поджили мои ноги. Телевізійна прем'єра цієї вистави вже відбулася? Ні, ще тільки не було. Тільки на театроні ми його показали в цьому варіанті. От якраз стосовно театрону, оскільки театр «Дарунок неба» також там брав участь, відповідно, цей проєкт, який збирає творчу молодь з усієї України, театральну молодь, там було представлено як реальну виставу, яку готували, так і, відповідно, телевиставу. Так. І потім було порівняння. Що, як оцінили глядачі, побачивши це і вживу, і потім з екрані? Ну, я можу тебе сказати таким образом, що в театральном варианте зрителей слезы на глазах. Я не верил, что я добьюсь того, чтобы это было в телевизионном варианте. Но от того, что крупно появились вот крупные лица, и появилось естественное поведение, когда действительно можно вот так увидеть, когда не символы театральные, а вот натурально вот все, что происходит, да? И тоже слезы людей навращались, я видел, и они сказали, что... Ну, потому что, я думаю, тема все-таки очень остросоциальная, каждый понимает, что это реально проблема, которая есть, просто иногда из-за своих проблем мы просто об этом умалчиваем, не обращаем на это внимание, потому что у каждого есть что-то свое, да, свои какие-то проблемы, и мы не обращаем на проблемы других людей, которые рядом. Поэтому я думаю, что существование таких вот спектаклей, таких проектов в первую очередь как бы пробуждает какую-то гражданскую позицию в том, что нужно помощь предоставлять тем, кто в этом нуждается. На сегодняшний день планируется ли этот спектакль, возможно, телевизионную версию для какого-то фестиваля, или пока что это только для телеканала «Николаевска» эксклюзив? Я побывал еще на одном фестивале, он называется «Золотой ключик», и руководитель этого проекта Александр Махотин предложил, у них есть театр, детский театр, детки и кино, детки и танцы, а детки и телевидения не было. И вот мы с ним договорились, что вот сейчас я пойду договариваться, чтобы организовать какую-то вот при школе, 25-я школа, организовать какую-то такую телевизионную, какую-то небольшую студию. Там девочка одна есть, которая занимается блогерством. Она хорошая журналистка, девятиклассница. И вот туда мы попытаемся все это вместе, и тогда этот уже проект будет... Точно на фестивале «Золотой ключик». Так что вот так, друзья, видите, фестивали будут жить, этот спектакль на фестивалях. Вам спасибо большое за то, что поднимаете такие темы, за то, что работаете с молодежью, ну и, конечно же, что переносите то, что вам близко, на экраны. Будем надеяться, что это не последняя работа, такая вот яркая, которая понравится нашим телезрителям. Спасибо большое вам. Спасибо и тебе.